Жители Верхней Волжи начали активную подготовку к предстоящему дачному сезону, закупают семена, выращивают рассаду и приобретают товары для огорода. А добиться хорошего результата нынешним садоводам помогает в том числе и современное оборудование. Как вырастить богатый урожай, наша съемочная группа решила узнать у специалистов и жителей Твери. Я еду с дачи. Покупаю семена, распикировала перцы и посеяла томаты. Пока все. Я, во-первых, еще покупаю семена, а в огород еще не зайти. У нас очень сыро в огороде. А тем более тут такая погода, дожди туда-сюда. В огород не зайти вообще. Да, конечно, все готовятся. Рассаду сажают, все как закупают там. Все, чего не достает, готовятся. С приходом весны у садоводов началась горячая пора. Самое время заняться рассадой. А для этого, чтобы она проросла, необходимо выбрать качественные семена. Специалисты советуют разумно подойти к выбору посадочного материала этой весной, поскольку нередко можно наткнуться на некачественные семена. Сотрудники Россельхознадзора советуют быть разборчивыми. Яркая рекламная картинка вполне может быть обманом. Нам принесли на досмотр. Вот видите, из этих как бы партий семян, вот столько семян, это не включены в реестр достижений селекционных достижений. То есть вот эти семена могут быть и вообще не семена, не морковь, там может быть что-то другое. Естественно, неизвестно, какая схожесть. В магазине, когда приходите выбирать семена, выбирайте семена не только по красочной упаковочке, да, а внимательно смотрите, что написано на самой упаковке. То есть должен быть прописан сорт обязательно, обязательно схожесть, обязательно сколько грамм семян, какая партия, кто производитель и до какого времени годные семена. Все это указывается на оборотной стороне упаковки. Еще специалисты рекомендуют перед выбором семян в магазине зайти на сайт Госсортокомиссии и выбрать в реестре селекционных достижений те, которые районированы в нашем регионе. Сейчас на дачах, как и везде, применяются современные технологии. На смену деревянным каркасным конструкциям со стеклом или пленкой пришли теплицы, оборудованные листами поликарбоната. В ООО «Крафмет» теплицы производятся в большом ассортименте из оцинкованных и профильных труб с различным сечением или двойной дугой. Перемычка, поддерживающая поликарбонат, находится в створе с дугами, что не позволяет поликарбонату при большой массе снега провисать, тем самым сохраняет целостность каркаса. Хороший урожай даст правильная установка теплицы на участке. Разместить ее надо с севера на юг, чтобы растения получали много солнечного света. А чтобы огород под крышей долго прослужил, перед монтажом необходимо тщательно протереть все металлические изделия, полученные от производителя, сохранив качество каркаса. Украсить дачный участок помогут грядки из оцинкованной стали. Это так называемая мебель для огорода. Есть грядки на 16, есть грядки на 20 сантиметров. Все края аккуратно загнуты и позволяют безопасную эксплуатацию. В каждой составной части имеется специальная перфорация. Через нее проходит воздух и насыщает кислородом грунт. Сборка грядок также не представляется сложной. Все детали соединяются при помощи заклепок, которые надежнее саморезов. В грядках можно выращивать практически все культуры, начиная от томатов, заканчивая петрушкой.